рамках. Обязательно браться за руки? Я не понимаю. Где портмоне этого бурята? 9-й опорный пункт, вызываю подругу, мы возле дома. Что? Ребята, слышите? Ты слышишь? Ну-ка еще, стоп, тихо. Сейчас, если они зайдут, мы делаем так. Это не мы! Это не мы! Это не мы! Вася Васильевич, ты чего делаешь-то? Если они здесь, господа полицейские, значит, их вызвала Изольда. Подожди, Вась, да не до шуток, не до... Лия, вер... Да вы что, куда вы... Лия, стой! Лия, вернись! Лия! Может, им нужна была только Лия и все? Они, может, хотели ее всем коллективом допросить? Или меня надо... Я, короче, слышу, о чем они говорят. Тот! Опорный 9-й. Лия! С узкими губами. Это был тот, который... Да ладно! А, прекратите! Что вы слышите? Прекратите! Непонятно, что творите! Почему такой кудрявый большой баран? Зачем они это делают? Жирный почему такой. Почему ты... Нет, ребят, они, кажется, слушают радио «Дача». Почему? Потому что... Реально радио «Дача»! Мне все время хочется говорить «какирбяками!» «Какирбяками!» Вот после этого звука. «Какирбяками!» Не верю в проводку. «Какирбяками!» «Какирбяками!» Нас атаковывают. «Какирбяками!» От Никиты Дыркина. Никиты Дыркина. Вот вспомнил его, вот тебе. Я не вижу. Ты будешь пукать или нет? Тихо, я уже делаю это, шептуны!